Так, тут есть один район. Можно сюда напасть на замок. Что ты сюда хотел купить? Так, схватка кондотьеров. Замок кондотьеров является ключевым объектом в их междоусобных стычках. Власть над ним сильно поможет нам в отношениях с кондотьерами. Сейчас кондотьерские сеньоры воюют друг с другом. Война зашла в тупик. Ситуация на фронте патовая. Мы могли бы заключить союз с любой из сторон. Нужно решить, какая фракция будет нам полезнее, и помочь ей против другой. Так, ну, очки армии не нужны, потому что и так уже набрана армия. Я так думаю, так что выбрать... Деньги вот эти, город подстроить какой-нибудь. Форсы атакуют из лагерей, расположенных вокруг замка. Возьмем эти лагеря, и войне конец. Thank you.
Франции предъявляют претензии на кондотьер... замок, но по праву он наш. Наши предки купили эти земли вместе со всем, что на них находится. У них нет никаких прав на замок. Thank you.
В отличие от благородных Монтукио, форцы – паршивые псы! Им в замке не место! Thank you.
него вроде только время осталось подождать. Мы отстояли замок. Так, и он, как обычно, разрушил этот район военный. У нас уже вон сколько очков, 18. Если можно увеличить сейчас города. Так, обычная карта, просто убить врага. Враг близко, надо приготовиться к бою. Если враг перекроет нам дорогу, придется разгромить его. Thank you.
Враг разгромлен! Мы победили! Вот такой вот блиц. Построил здесь район для того, чтобы сначала сюда сходить, на Ранконе. Самая классная битва, по-моему. Битва за мост Ранконе. Единственный путь в Ранконе пролегает через большой мост. Силы врага глубоко окопались на другой его стороне. Мы должны приготовиться к тяжелой схватке. Местность вокруг Ранконе пересеченная и непроходимая. Город и мост необычайно важны для торговли в этом районе. Противник удерживает небольшой городок неподалеку от моста. Этот аванпост – ключ к переправе. Чтобы перейти на ту сторону, необходимо взять его. Когда город будет под нашим контролем, мы сможем занять эту сторону ущелья Ранкони.
вот здесь в этом сценарии как-то должны пойти эти Дож со всеми отрядами, со своими сюда. Вот поэтому здесь быстро надо строить эту крепость и какой-то вот из вот этих бонусов использовать там Тимони 250 и покупать Джиггернаута, короче, еще.
Вон на том холме находится императорская обсерватория. Теперь город наш. Враг наверняка попытается остановить нас у моста. Город Ранкони находится на той стороне. Мы должны взять его. Могли бы воспользоваться императорской обсерваторией, чтобы шпионить за Дожем. К мосту идет подрывная машина. Они собираются уничтожить мост подрывными машинами. Идет подрывная машина.
Похоже, больше нет достаточного количества взрывчатки, чтобы взорвать мост. Так, ну самую главную проблему устранили. Не дать разрушить мост. И все. Немножко развиться и потом нападать. Thank you.
Победа! Ранко не взят. Дорога на Венуче открыта.